Привет, вы на канале Супер Тёма. Как вы помните, в прошлом видео мы начинали с Airplane 2, но получилось так, то что... Ну, мы, короче, я опять Саша, и получилось так, то что у нас не получилось этого сделать, поэтому мы начнем делать это еще раз. Ну что, Саша, погнали? Погнали! Погнали. Теперь, где много людей. Давай, где много, потому что когда мало, непонятно. О, вот сюда, вот сюда. О, давай, давай, давай. Все. Все, мы в сраем. Ну, в принципе, 3 человека тоже хорошо. Ура, настроя. Так, уля, 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 уля. Загугулина. Мы далеко с тобой. Все, пока. Мы очень далеко с тобой. О, ты на моем месте, ну, вот смотри, вот там. А я вот не понял. Место. А я не понял. Это ма... Ладно, я буду смотреть телевизор. Привет всем. С возвращением. Аэроплейн 2. Пробуем, короче, еще раз. Нас опять двое. Меня зовут Келли. Я буду вашим пилотом в этом полете. Представляешь, нас опять двое. Как вы можете видеть, это необычный самолет. Президентский люкс. И леди, и джентльмены, я приветствую вас. Вас на 991-м президентском Вы слышали правильно, президент хотел бы отпраздновать это лично с вами. В прошлый раз мы спасли самолет. А что ты написала? Я хотела... Я хотела... Мы до сих пор не понимаем, как вы капитан потеряли... Хорошо, хватит болтать. Я хотела написать вот этот веселый, который типа из... Брикин? Ну, который из день рождения. День рождения, который смайлик. Идите сиденье золотой из... Ты герой Хрум с вашим именем на нем. Мы собираемся пересечь зону высокой трибуны. А, короче, ждем. Буль-буль-буль. Нас опять перевернуло. Так, о, так. Просто так прикольно. Мы только что свернули бочку. Спасибо за сотрудничество. Попали. А, поп... Мне... Давай посмотрим. У меня человек. Есть... Как он появляется? Давай посмотрим. Сейчас посмотрим. Наблюдаю. О! Мужики, здорово! Президент ждет вас в соседней комнате. Пожалуйста, найдите его там для дальнейших. Должен об этом знать. Кто? Погоди! Ты слышала? Видела? Че, видела это? Ты видела реально? Саш! Саш! Ну, когда ты пахнет нас, тогда, ну, подожди там немножко, не выходи. Посмотрим, нас могу, может куда-то ты пыхнуть. Ну, знаете, выше. Подожди немного. Следуйте за мной в следующей комнате, я дам несколько инструкций. Пока. Ладно, это, надеюсь, тебя телепортирует. Ну, я надеюсь, что я буду поваром. Если я буду поваром, то все будет прекрасно. Да, он встретит вас в столовой через... Но там это то, что вы должны знать до этого. Что вы должны знать до этого. Очень особенный. Один очень особенный, он очень легко злится.
Пожалуйста, сделайте все, что мы говорим, и не создавайте никаких проблем в самолете. Вот и все. Должен быть почти готов. Мне взяли стакан воды, пока мы ждем. О, нет, я разлил. О, нет. Я так же... Так, я бегу. Сашка, ты где? Привет, Саш. Ладно, я сейчас прибегу, Саш. Метло. Я бегу с метлой. Короче, Саша, я тебя сейчас постараюсь спасти. Все, я справимся. Отлично. Пожалуйста, не позволяй этому заговорить. Нет, уже. А, все, сейчас телепортирует нас. Нас не телепортирует. Сейчас телепортирует. А, ура! 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 Привет! Ура! Давай попрыгаем у него на голове. О, я у этого был. Постройте стену Бриквау. Подождайте, что? Ну, подожди, это привычка. В любом случае, добро пожаловать в мой самолет. Добро пожаловать в мой самолет. Меня зовут Рональд. Ну, короче, ничего не читаем, потому что сейчас и так все понятно. Покажи тарелочку. Вы герои этой нации. Давай по ним походим. Да, давай по столу походим. По этим тарелочкам. Да, а потом мы из этих тарелочек будем есть. И простите, что прерываю вас, господин президент. А, еще и тут. Не готовы. Я думаю, что все испортил. Что? Скачай, сбросите этого плана. Мы позаботимся о нем, господин президент. Короче, перец, где перец? Саш, нужно найти перец. Вон перец, я вижу. Ты видишь перец? Да, в черной коробочке. Вот. Окей, все, понятно. Сейчас будет рыбка. Я скажу вам... Все, готовься. Я умираю. Готовься, готовься. Если взяли не тот, ты готов? То время готовить. Все, давай, начинай. И суп нужно. Банан, банан, банан. Банан, он наверху, вон там. Или банан? Банан. Виноград. Виноград наверху тоже. Все, супер. Это будет фруктовый суп. Еще один банан. Фруктовый суп. Реально, фруктовый суп? Фруктовый суп. Возьми еще раз. А, все. Да. Кукуруза. Кукуруза, погоди. Где кукуруза? А, вот она. Все. Как это тяжело. Курица, курица, вон она. Ножка куриная. Супер. Получается. Еда... Ты справилась! Привет!
Хорошая? Мы справились. Ну слушай, если мы посмотрим, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Продолжение следует. Всем пока!